Петрозаводчане не любят лишний раз оказываться в этом переходе. Проще перелезть через перила и, рискнув, перебежать рельсы. Под землей узоры граффити, сырость и тусклый свет. Чтобы отремонтировать переход от потолка до пола, нужны 3 600 000 рублей. Таких денег нет, поэтому начнут с малого. В текущем году были выделены из данной сметы самые необходимые работы. В частности, это реконструкция лестницы, которая вызывает опасения уже по вопросам безопасности, скажем так. То есть в текущем году на сумму порядка 800 тысяч рублей по смете будут выполняться работы. Период выполнения работ октябрь-ноябрь текущего года. Новая лестница появится не скоро, к концу декабря, пока готовится конкурсная документация. Помимо новых ступенек, обещают сделать частичный косметический ремонт, починить электрику и заменить светильники на более мощные. По информации мэрии, в этом туннеле с момента его постройки полноценный капитальный ремонт не проводился ни разу.